Сегодня ночью в Екатеринбурге на Уралмашевской сильно разбитой улице индустрии дорожные разметчики честно и качественно выполнили свою работу и нанесли сплошную линию прямо поверх многочисленных выбоин, ям и колдобин. И такой формальный подход к работе несколько возмутил местного жителя Григория, который эту разметку сфоткал и посетовал в сети, дескать, к разметчикам вопросов нет. Но с учетом качества полотна это похоже на издевательство. Типа, что им было, краску что ли нужно списать? Ну, кстати, если присмотреться к конкретным фотографиям Григория, то можно подумать, что он сам себе противоречит. По разбитому асфальту прочерчена белая полоса всего один раз, а в остальных случаях разметчики все-таки вроде как делали разрывы, на убитых участках превращая сплошную в прерывистую. Так что к разметчикам как бы вопросов нет. Нарисовали качественно. Ну, один раз сделали щедрый мазок по грязи. Ну, так с кем не бывает. Как говорится, один раз не сексуальный гигант. Впрочем, последние полминуты репортажа были в пользу бедных. Очевидцы, ехавшие сегодня утром по разбомбленной улице индустрии, уверяют, что сплошную разметили все-таки со всей дури по всей длине, невзирая на колдобины.